Что за фигня? И всем привет, ребят! Меня зовут Злогос. Сегодня смотрю реакцию на мультфильм. Да, это мультфильм. О Локо-Локо, который я выпускал Москиту, клип наоборот. Даже реакция была вот год назад или даже полгода назад. У них, оказывается, был еще и мультик. Что за фигня? Ладно, врубаем. Так, он на кровати, что там читает книгу. И где комары? Где комары? Так, выпил стакан воды. Зевнул. О, у него собака все время была. Все, его начали доставать комары. Еще их нету? О май гад. Аж собака разозлилась. А что? Ку-ку, что ли? Ты что себя налепил, дед? Просто, типично, дед забыл принять таблетки. Ну вот, уснул. Хотел поймать, а сам уснул. Ничего себе. О, вот комары, здорово. И все. Мокито, но ме молете. Мокито, но ме молете. Мокито, но ме молете. Мокито. Еще были персонажи? Понятно. Ребят, мне еще тут понравились некоторые моменты. Как бы, во-первых, тут монтаж хороший, очень хорошая рисовка. Все очень хорошо продвинуто, просто. Вообще не мультик, а какая-нибудь сказка. Ну, конечно, это и есть мультфильм, но очень прикольно. Тут еще прям над звуками очень хорошо поработали. Прям вообще... Хоть прям клип снимай, хоть прям смотри везде. Прям вообще. Ну, конечно, это пусть 2004 год, но до этого года очень хороший монтаж, как бы. Вот те, кто это создавал мультик, реально красавы. Реально молодцы, постарались. Ну, как бы вообще, вот, даже не к чему придраться. Вот просто. Только вообще там очень жестко комаров, конечно, били. Ну, они издеваются, как бы. Конечно, правда, качество не очень хорошее. Ребята, оставлю я оценку 10 из 10. Просто вау! Ну, с вами был я, меня зовут Владос. И всем пока-пока!